Много дел у Федора Главчева, инструктора физкультуры колхоза имени Ленина Чадырлунгского района Молдавии. Любит спорт в селе Твардице. Сейчас в разгаре соревнования по ГТО. Новый физкультурный комплекс у сельских спортсменов в большом почете. За полтора года в колхозе появилось 211 значкистов ГТО, а около 1000 человек уже выполнили по нескольку нормативов. Физкультура и спорт стали друзьями колхозников, помогают им успешно трудиться. И плотнику Петру Стоянову, и монтажникам Владимиру Паскову, и Ивану Гаскалову, и механизатору Илье Кара. И всем тем, кого мы видели на тренировках и состязаниях в молдавском селе Твардице.